прокашона. Она дворня, ее куском пожирнее поманили, вот она и соскочила. Вот так вот. А что делать? Это жизнь. Жизнь не подарок, мазафака. Да ладно, не парься, мне все понятно, чё я. Тут такой барон тебе подкатывает, я далеко, ты одинок и грустишь. А тут на тебе понимание, плюс мажорный престиж. У него Audi, а четверочка, дом с бассейном. Ну плюс папины деньги в сейфе. А чё ты видела со мной Сочи на месяц? Разговоры про честность и мою нежность. Скромные подарки, сумасшедшие планы, мои крики под пойром и так далее. Я обратно в Москву, он тебе в Испанию. Я все понимаю, оправданий не надо. Я гад еще звонил, походу не вовремя, когда он тебя, ну это самое, в номере. Ну ты милая, конечно, великая актриса. Сперва с ним, а мне потом быстро отзвониться. Главное не спалиться, такая хладнокровная. Подобранные слова и дыхание ровное ко мне в Москву. Ой, я так соскучилась, ездила в Испанию. Фотки покажу сейчас, сучка. А с кем ты, милая, летала в Испанию? Как с кем? Ты что, с тетей, дядей? Я обратно. Я опять за свою музыку и текст. Я счастлив, что ты рядом со мной здесь. Ты обратно в Ростов, грустное прощание. Опять расставание и это расстояние. Конечно, конечно, верю, все было искренне. Разговоры и телефонные письма. Пока ты там за моей спиной мутить, я идиот, продолжал тебе верить и тебя любить. Ты продолжала звонить. Институт, спортзал, ты не болеешь, все нормально, я верю в тебя. Я засыпал Богу благодаря за то, что ты есть у меня. Такая одна, короче, серьезный замут. Ты меня сделала. Крутая афера, все сыграно умело. Как оказалось, у тебя небольшая цена. Испания и Nokia 8820. Audi четверочка, домик с бассейном. Ну плюс папины бабки, сейф. Правильный баланс, да уж ты не лохушка. Куда-то мне со своими частушками. Ты своевременно перебила ставки. Любовь и бабки, любовь и бабки. Лови, сучка. Ты ему сперва дала, а потом полюбила. Или сначала полюбила, а потом дала. А? Интересный вопрос, да. Ну и дела, ну и дела. Ты ему сперва дала, а потом полюбила. Или сначала полюбила, а потом дала. Интересный вопрос, да. Ну и дела.